Всем привет! Сегодня я расскажу о программах, которые я использую при работе с ISO файлами или просто файлами больших размеров. Много лет я использую Free Download Manager. Чем он хорош? Вот посмотрите. Во-первых, он кроссплатформенный. Работает на Винде, на Андроидах и на Линуксе. Раз. Второе. Он работает как с обычными файлами больших размеров, так и с торрент-файлами. Ну и весьма полезная штука, из-за чего многие пользуются менеджерами загрузок. Это что-то, если какие-то происходят непорядки в сети с электричеством, если компьютер выключился, а потом через какое-то время там вы устранили неисправность, там предохранитель, например, поменяли или еще что-то. Зашли в него, и начинает он загрузку именно с того момента, с которого и был обрыв. То есть с последнего удачного участка, при котором скачивание шло нормально. То есть просто продолжает загрузку. Очень хорошо интегрируется он с Google Chrome, с Google Chrome браузером. Вот я просто вот сейчас покажу вам. Смотрите. Возьму какой-нибудь. И вот смотрите, просто даже берем торрент файл. Видите, сразу менеджер загрузок у меня уже тут приспособлен. У меня остается только выбрать, куда грузить. На рабочий стол, допустим, или в загрузке. Ну, например, на рабочий стол. Нажимаем. И пошла загрузка данного файла ко мне на рабочий стол. Что-нибудь произошло? Или вам просто нужно было куда-то там сбегать? Вы вот так вот прервались. Выключили компьютер, сбегали по своим делам, вернулись обратно, включили компьютер, нажали, и пошло дальнейшее скачивание файла. В случае непорядок в электросети, он запоминает последнее место, когда все было нормально, потому что он скачивает маленькими порциями. И сверяет их там друг с другом. И когда вы возвращаетесь, нажимаете на продолжить, он вам и продолжает дальнейшую загрузку. Вот эта программурина называется RM Prep USB. Трудно выговариваемое название, но тем не менее. Значит, я вот эту ссылочку приведу для нее под видеороликом. Просто покажу, что она позволяет делать. Вот смотрите. Запускаю. Первое. Она позволяет проверить флешку. Вот нажимаем я на «Запустить». Окей. Вот все. Если видите надпись винтой, и даже если вообще здесь ничего нет, но уже на флешку программа установлена. Ну, а если видите вот здесь вот заковыку какую-нибудь, это значит уже один изообраз на нее установлен. Вот такая вот чудненькая программа RM Prep. Дальше.
Ctrl F11. Значит, позволяет просто-напросто вот проверять изообразы навскидку, так же, как и виртуальная коробочка. Хочу вам сказать об особенности этой программы. Я ее использую много лет, я уж не знаю, там или 5, или 10. Я никогда с нее по полной не пытался запустить изообразы или с флешки что-нибудь. Я использую эту программу только, скажем так, для быстрой, для экспресс-проверки изообразов или флешек. Вот, появилось, значит, название флешки на экранчике, там, что на ней написано, и все, дальше я ее не использую. И вам рекомендую также не тратить, так сказать, больше времени. Но программа просто-напросто чудесная. То есть просто нужно знать, когда ее использовать. Ну, естественно, виртуальная коробочка, тут и сам Бог велел. Значит, виртуальная коробочка, вот, пожалуйста, с ее помощью уже можно нормально, скажем так, проверять изообразы. Вот, пожалуйста. И там пошла проверка. Ну, а теперь, значит, вот поговорим на программулинке Вентой, потому что она того, скажем так, заслуживает. Значит, вот на главной странице, значит, вот все, что она может делать. А делать она может немало. То есть ей без разницы, что вы на нее, какой образ скинете. Он будет устанавливаться и на таблицу разделов MBA, и на таблицу разделов GPT. Без разницы. У Ефи там вот, почитайте тут список. Тут очень много чего. Дальше. Загрузки. Вот, пожалуйста, для винды, для Linux и для живой флешки. Допустим, вы на винде хотите записать образ. Вот идете сюда. Вот винда zip. Сохранить сюда. Нажимаете сюда. И пошла там, скажем, загрузка. Открыли, распаковали образ. В образе, пожалуйста, вот нажали на старт этой программки. Нажали на апдейт. И она, значит, обновляет последнюю себя, как говорится, версию. Вот, видите, и здесь тоже винтой 37. Так вот, смотрим. На диске D, значит, ну, 941 мегабайт заняла программа изобраз U4 OS. Значит, ну что, значит, а вот еще такой вот нюансик я вам покажу. Вариант номер один. Управление дисками. Вот здесь эта программулина винтой, она видна.
она занимает всего лишь 32 мегабайта. Абсолютно крохотулечная программа. Вот, видите? Вот. Дальше. Можно проверить еще и по-другому. Можно проверить на Chrome Disk Directory. Вот, видите, тоже 32 мегабайтика. А, к сожалению, на Total Commander, значит, вот этот крошечный участочек, он не виден. А виден только, значит, изообраз. Ну, собственно говоря, для меня разницы большой я не вижу. А теперь давайте глянем вот здесь. Неон, роза. Ну, допустим, вот я решил взять неон и записать его на флешку. Вот просто я его выделил, нажал на копирование и вперед. Вперед из песни, и пусть он там себя копирует. Скопирует. Мы, значит, его проверим на программке RMPrep. А здесь вот я бы еще хотел сказать парочку хороших слов о Винтуе. Давайте только я попробую поищу. Так. Ну-ка, давайте глянем. Значит, Винтуй поддерживает 275 дистра. Вот. Причем, ну, 90% из них протестировано на Винтуе. Вот здесь, значит, из образов, которые тестировались. Видно, что не тестировались на Solaris и на React. Все остальное, вот видите, словечко support поддерживает. Так вот, MX, там, Manjaro, Mint, Ubuntu, Debian, основные дистрибутивы, все практически поддерживаются программой Винтуй. Значит, о программе известно крайне мало. Известно только, что она от китайского производителя, но даже имени его там нигде нет, где он там прячется. Вот. Но, тем не менее, вот можем зайти в вопросы ФАКи. Вот, могу ли я установить на локальный, там, ля-та-поля, а практика ли, кто создал эту программу? Ну, к сожалению, такого нет. Вот есть, можно, значит, донат сделать. Опять-таки, ни имени там, ни фамилии, ничего нет такого. Вот. Весьма, как говорится, скромный человек. Очень много плагинов у программы, вот, которые, скажем так,
расширяет ее возможности. Так что вот, кто интересуется, попользуйтесь, посмотрите, значит, что-то, может быть, для себя и найдете. А у нас сейчас заканчивается перенос из образа прямо на флешку. Не скажу я там, что у меня очень быстро переносится, но тем не менее, значит, процесс, как говорится, идет и идет. Так. Итак, посмотрим, как все это дело перенеслось. Давайте глянем. Да, вот неон мы перенесли. Теперь, значит, еще раз проверим все это дело на программочке RMPrep. Вот, как видите, две программы, два изообраза сюда встали. Значит, выводы какие? Что, значит, если на программке RMPrep винтой у вас появился и появились вот два записанных образа, значит, они и будут у вас работать. Значит, дальше. Основные программы для работы с изообразами, с файлами больших размеров, значит, я вам, как говорится, дал. Они, значит, теперь у вас есть. Под видеороликом, значит, я помещу ссылочку только на вот эту вот программулину, на RMPrep, ее нелегко найти. Все остальное по сети найдете сами и сделаете безо всяких, как говорится, проблем. Вот. А на всем, на этом, значит, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.